Большая сумма на ремонт дорог достанется Барнаулу, а именно более 71 миллиона рублей. 1 300 000 направят в Усть-Пристань и около 800 тысяч в Петропавловский район. Там планируют обновить дорогу, соединяющую села Нижнеозерская и Новообинка. А вот какие дороги на выделенные деньги отремонтируют в Барнауле, читайте на Политсибру. Народный фронт дал оценку состоянию остановок общественного транспорта Наукограда, пишет Бийский рабочий. Активисты проверили 10 остановок. По их мнению, в наихудшем состоянии находится Садовая, лучшая на улице Шишкова, 41Б. Фронтовики отметили также, что лишь 10% проверенных мест для посадки людей в общественный транспорт имеют посадочную площадку, сделанную по нормативам. Павильонами оборудовано 90%, освещены только 30%. На большинстве остановок общественного транспорта нет расписания движения. Итоги мониторинга направили главе муниципалитета с просьбой взять на контроль устранение недостатков. Тем временем в краевой столице горожане собирают подписи за возвращение конструкции «Барнаул-Орденоносный» на здание по адресу Ленина, 53, пишет «Комсомольская правда». Собрано уже 900 подписей, их планируют передать городским властям. Корреспонденты напоминают, что надпись сняли в ноябре прошлого года якобы на реконструкцию. Сейчас она хранится на территории «Автодорстроя». Татьяна Голубева, наши новости.